В Орловской области продолжается набор добровольцев, желающих заключить с Министерством обороны контракт на военную службу. В пункте отбора контрактники могут сразу оформить все необходимые документы. Мы находимся по адресу улица Октябрьская, дом 30, город Орел. Подать заявление на поступление на военную службу по контракту может любой гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет с категориями здоровья А, Б. Также рассматриваются граждане с категорией здоровья В, то есть ограниченно годен, либо же военный комиссариат по месту прописки. Чувство долга, любовь к родине, обладание особыми профессиональными качествами и, конечно, непосредственная помощь родным и близким – это то, что мотивирует мужчин сделать выбор в пользу контрактной службы. Контракт уже подписали, сегодня отправление к брату. У меня брат там больше года находится. Именно к нему помочь. Вдвоем будет легче.